Эй, здорово, народ, какие дела с вами? Сергей Хелье, вы смотрите канал Хелплей, и это маленькое объявление, это не летсплей, поэтому по поводу его длительности слишком не орите. Так вот, короче говоря, кто сидит в группе ВКонтакте у меня и в группе в Стиме, видели объявление, что завтра я собирался вас порадовать продолжением игры LA Noir, и, соответственно, за место Грея я собирался вам пройти хоррор The Train от инди нашего российского разработчика, вот. Так вот, я, значит, захожу в The Train и играю ее, прекрасно играю. Там, кстати говоря, вообще ничего страшного, игра меня расстроила очень сильно. Вообще ничего не происходит там, но не в этом суть. И вот я вам, представляете, играю, да, трачу время на нее, значит, собственно говоря. И вот я сел записывать продолжение, чтобы выпустить, и нарвался на одну очень интересную херню, из-за чего трейна у нас не будет. Судить об игре после этого я не буду, судить вам, но это было иронично. Давайте посмотрим. Так, вот какой-то... А? Что? 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 Я просто в дверь вошел и... Я падаю в какое-то дерево. Что про... Что за... Что происходит? Так, я не понимаю, что происходит-то реально? Я баг, что ли, нашел в текстурке? Ну почему я нахожу баги? Блядь, здесь загрузка! Так, стоп, я вот вижу что-то. А, я еще падаю! Охуеть! Это... Что это, блядь? Куда я падаю, блядь? А-а-а, бля! Город, я падаю под город, блядь! Ребята, я нашел баг! Мы провалились с текстуры, блядь, охуеть! А-а-а, бля! Пиздец, нахуй! Да не, это, я не знаю, как здесь можно как-то, блядь, умереть, я не знаю. Я нашел рестарт. Блядь, окей, пойди. Блядь! Кто бы мог подумать?